15-летняя воспитанница Республиканского центра зимних видов спорта Лана Прусакова прошла отбор на зимние юношеские Олимпийские игры. Они стартуют в Норвегии 12 февраля. Кстати, девушка единственная из россиян, заявленная сразу в двух дисциплинах фристайла. Самая юная представительница сборной выступит в слоупстайле и хафпайпе. В этом сезоне Лана Прусакова уже завоевала золото на чемпионате России и на первых двух этапах Кубка России. Тренер и спортсменка надеются, что в ближайшее время в ее копилке будут и олимпийские награды. Для начала юношеские. А ведь в самом начале своего пути Лана и не думала о карьере в большом спорте. Конечно, не ожидала, что так получится. Скорее думала, что буду заниматься для себя. Просто вот, конечно, рассчитывала на призовые места на первенстве России, но вот таких успехов не ожидала. Безусловно, многого для Ланы как спортсменки сделал ее личный тренер Никита Васильев, который также является старшим тренером национальной сборной. Еще в сентябре 2015 года на чествование победителей и призеров спартакиады учащихся России в Чебоксарах он и не сомневался, что его подопечная будет выступать в ближайших юношеских Олимпийских играх. Изначально девочка именно в Чувашии пришла ко мне заниматься, захотела заниматься этим видом спорта, отчаянно. Первое время было тяжело, очень много внимания уделялось всегда. Приходилось тщательно за каждым элементом смотреть, но постепенно у нее начало получаться и очень быстро пришел прогресс. Скорее всего, основной старт у нас у Ланы будет это зимние юношеские Олимпийские игры в Норвегии зимой и первенство мира, к которому мы готовимся. Всего в составе сборной России по фристайлу 4 спортсмена, которым предстоит выступить в слоупстайле, хафпайпе, ски-кроссе и борд-кроссе. У болельщиков есть возможность следить за выступлениями наших спортсменов и поддерживать их на вторых зимних юношеских Олимпийских играх. Екатерина Абрамова, Республика.